Первая поломка, которую вы увидите, называется «Дверь болтается». Что я здесь делал, вы увидите чуть позже. Смотрите, она болтается. Следующая поломка. Видите, что тут? Это крепление бензобака, оригинальное магазинное. И второе просто заржавело и сгнило. Я тросик прицепил, натянул и держится. Это четвертая крышка по счету, которую я поставил. Первая оригинальная была утеряна. Остальные две или три, они были хромированы, пластиковые. И когда я их ставил, их на следующий день просто отковыривали и ломали. Видимо, воры, гопники, я не знаю кто, видит блестящую крышечку. Вау, она такая блестящая. Отрывает ее, она ломается, и ни мне, ни другим не остается. Когда я эту поставил крышку, она была железная уже, тоже хромированная. Я думаю, надо ее зачистить. И я стер хром, зачистил, запачкал, и типа она такая застаренная. И все, ее больше никто не трогает. Крышка бачка Тосола. Видите, я сделал надрез, чтобы она налезла. Я не знаю, где оригинальная, потому что я не всю жизнь ездил на этой машине. Так, тут была прокладка и протекало масло. Долго, много лет текло. Наконец-то я недавно поменял. А также моя газель украшена китайскими иероглифами. Бампер. Бампер я прикрутил саморезами. Сначала было на проволоке, теперь на саморезах. Угадайте, для чего нужна здесь проволока? Для того, чтобы когда зима, я вешал туда картонку, и мотор не охлаждался, а грелся. Как думаете, для чего нужна булавка в моем газели? Чтобы замерзшую незамерзайку, которая замерзает, пробивать иголкой и брызгала на окна. Следующее. Это мой тюнингованный деревянно-фанерный пол в газели. Железо заржавело и начало рвать коробки. Рукоятку на будке я обмотал синей изолентой, чтобы спрятать ржавчину и как-то приукрасить серую будку синей изолентой. Брызговики я перевернул, потому что они порвались и снова могут использоваться. А это очень сложно, это делал не я, я помогал. Ко мне пришел знакомый электрик, и мы заменили старые предохранители на новые. Старые горели и воняли какой-то карамелью. Поставили эту, и ничего не горит. Самая серьезная поломка, которую я смог починить сам. Это проржавевшие ступени, что слева, что справа. Это левая. Она проржавела только за одну зиму. Я все время 8 лет ездил, а потом бах, и резко все заржавело, и дрень такая, капец. Своей старой австралийской футболкой прикрывал щели, когда шел дождь, брызги летели в салон. Это капец, как страшно на это смотреть. Черешенка. Это наклейка на подсосе от какого-то фрукта. Тюнинг. Это меховая, натуральная или нет, седлуха, которая греет меня зимой. А это стандартная мазоводская, очень холодная зимой. Болтики. По правилам. Это мои принадлежности для мойки машины, ведро и веник. В старых газелях нету такого крючка, который цепляет дверь. Пришлось приматывать веревку. Но однажды я веревку забыл примотать, дверь открылась, я начал сдавать назад, и дверь чуть не отвалилась. Мне вот приварили болты. А я ему говорю, зачисти шляпки, а то они мешают. Он не зачистил, и стали дырки в кузове. Ну, нормально вроде. В пепельнице мои черновики по китайскому языку. Магнитола обмотана изолентой для того, чтобы она не проваливалась вглубь, в тартарары. И начинается тюнинг газели. Срезаю старые болты у себя в подъезде. Фанеркой. Мне Ермак, конечно, предложил больше фанеры прицепить, чтобы захватить больше площадь для более прочности. Я не сообразил и прицепил маленький кусочек фанеры, но держит, держит. Вот такие страшные старые болты и красивые, блестящие новые болты. Кусочек синей фанерки надо было, конечно, делать намного больше, как сказал Ермак. Ну, оно держит, пока держит. Сейчас мы заглянули в будущее, когда я все уже, все дырки жестью, крест-накрест из двух кусков железа, закрыл эту страшную ступеньку в газели и залил пеной. Два баллона пены ушло на одну лестницу, вот таких вот, как вы видите. Это кусок жести, обычная жесть купил и крест-накрест прикрутил на болтах. Видите, болтики, пена уже вылезла. На сколько лет времени, часов, дней хватит, я не знаю. Пока я записываю это видео, уже прошло 3 недели, и оно пока нормально. Но зима в Москве очень суровая. Соль, реагенты, которые все у вас разъедают.
Смотрите, помните, она шаталась? Теперь она не шатается. Прочно? Ну, не намного. Те самые болты, которые прикручивал жесть. Тут и там. Кабине прикручивал. Ну что вам говорить, просто два куска жести и готово. Красить, конечно, нужно было до того, как я установил это на машину. Я сел бы спокойно в подъезде на балконе и удобно бы покрасил. А теперь я лежу под машиной и неудобно красить, и не будет тщательно. Красил краской по ржавчине для заборов. Похоже немножко даже по густоте на смолу. Вот это уже готовое, все срезанная лишняя пена, покрашенная и высохшая. С вами был Берендей и его великий газель.